Отправляйся с Ракханом на Змир. Там и встретимся. Пора покончить с троллями крови. У нас приказ принцессы Таланджи. Нам нужны чародатели, чтобы добраться до Назмира. Я не пущу их на корм троллям крови. Из Назмира никто не возвращается. Это не обсуждается, сестра. У нас приказ от твоей принцессы. Приготовься. В Назмире нас будут ждать только тролли крови и темная Вуду. Никто из вас не вернется из Назмира. Бедный король потеряет дочь в этой глупой войне. Принцесса, не надо спешить. Для начала стоит разведать окрестности и составить план действий. Ракхан, ты мудрый советчик, но пришла пора действовать. Без промедления. Тролли крови нужно остановить. Мы разобьем лагерь рядом, в руинах. А вы будьте осторожны. У меня дурное предчувствие. Бойня. Теперь ты понимаешь, с каким злом мы сражаемся. Тролли крови — чудовища. Я не могу оставить тела павших. Эти монстры осквернят их. Найди меня, когда закончишь. Заставь тролли крови страдать за это святотатство. Я спрячусь и дождусь подходящего момента, чтобы напасть. Вместе мы одолеем Атим. Здесь!
так и нашептал, Гун! И я заждалась! Бедная Таланжи! Мы дети могучего Лоа! Тебе никогда не победить нас! Тебе не запугать меня, Альтина! Я убью и тебя, и твоего хозяина, кем бы он ни был! Вы познаете силу Гуна! Безнадежно пытаться нас остановить! Я покажу вам! Альтина, ты не уйдешь! И темная Вуду тебе не поможет! Она должна быть неподалеку! Я не отступлюсь. Мы были так близки, чтобы ее убить. Приготовься. Мы не представляем, что нас ждет. Что за... Мы не подозревали, что у них есть подобное... Почему отец их недооценивал? Я знала, что тролли крови опасны, но такого не ожидала. Если освободить это чудовище, оно уничтожит Зул-Дазар. Поняли? Гун всех заберет! Нужно уходить отсюда! Погнали, держись крепче! Беги, принцесска! Тебе не спастись от хозяина! Гун сожрет тебя! Я не боюсь ни тебя, ни твоих монстров! Я убью вас всех! Они возвращаются. Мы в безопасности. Если тролли крови освободят это чудовище, они станут непобедимы. Нам нужен новый план. Вас с Ордой будет мало. Я слышу наших! Мы уже близко! Что? Кажется, ты говорила, что эти тролли — кучка болотных дикарей. Этот Гун делает их сильнее. Просто так нам не справиться. Нужно действовать иначе. Ха-ха. Похоже, ты уже знаешь как, принцесса. Мы не сможем остановить тролли крови в одиночку. Нам нужна сила здешних Лоа. Лоа! Древние, могучие создания. Как знать, что хоть один из них сейчас в этом болоте? Назмир проклят. Но Ло почему-то любит это место. Отойдите. Я узнаю, кто здесь с помощью Вуду. Есть Торга. Лоа-черепаха. Мудрый и великодушный. Он нам точно поможет. Должен быть кто-то еще. Крагва. Лоа-жаба. Он тоже в Назмире. Он очень силен и не потерпит злодеяний троллей крови. Ахирик. Лоа-нетопырь. Он должен быть в Назмире. Хитрый, пронырливый. Многое знает. Бвонсамди, Лоа смерти. Могучий, но коварный и опасный. Всегда заключает сделки. Я чувствую его силу. Он близко. Ближе, чем другие Лоа. Выходит, мы возьмем в союзники Лоа смерти.
Ло-черепаху, ло-нетопыря и ло-жабу. Только так можно спасти мой народ, Ракхан. Ради безопасности своих подданных я пойду на все. Ты со мной? Да, принцесса. Что бы ни случилось...